Хаю-хай, с вами Джеймс, это 91-й выпуск на сервере California Roleplay, и это прохождение миссии, это уже 7-я миссия. Что ж, давайте приступим, мы будем прыгать с парашюта, нажимаем Escape и вышка для прыжков. Нам нужно арендовать парашют, забраться на самый верх и спрыгнуть с парашютом, вознаграждение $130. Так, начинаем задание. Я знаю, где это место находится. Что ж, погнали. Кидаем бычок и валим туда. Блядь, сука, нахуй. Нажимайся, блядь. Так, садимся на наш офигенский мотоцикл. И едем туда. Опа, что тут мусора? Я не знал, что здесь департамент полиции есть. Офигенно, кстати. И такого я еще не видел. Так, в принципе, видел на других серверах, но я не знал, что это здесь есть, на Калифорнии. Нихуя себе, задом валю, прям как на BMX. Так, так в принципе, тут это, блядь, сука, нахуй, заикаюсь. Парашюты тут недалеко, я думал, это где-то дальше. О, давайте сюда заедем, тут офигенский свет, он мне постоянно нравится. Бич! Как же я так мог упасть-то? Мать его. Блин, тут такой свет, офигеть. Ох, тут пикник. О, тут был пикник, ребята, и тут приезжали на пикник. Кстати, неплохая идейка. Надо будет собрать когда-нибудь всех вас, моих подписчиков, и отправиться в это место на пикник. Да, тут офигенски, ничего не скажешь. Тут такой прям это свет, ну ничего себе. Прямо, ну вообще, прям, ох. Офигеть. Так, а куда я еду, мать его? Мне нужно по этому светящемуся, офигенски светящемуся мосту проехать. Я немножко заблудился без радара. Ну, без него лучше играть, не видно чата, ничего не видно, ничего не мешает. И сам радар, кстати, тоже так это и не мешает. В принципе, вот, я вижу уже. Среди гор. Ну, дальше все знают, что. Ух ты, блядь. Виднеется вот эта вот шняга. Красный маркер. Сука. Округ Флинт. Нифига себе, такого еще не слышал. Так. Заходим на... маркеры нам пишет, поднимайтесь на самый верх и затем совершите прыжок. Отлично, покупаем парашют, выключаем чат, заходим сюда, берем парашют. Ох ты, нихуя себе, прям как школьник такой, блядь, ох ты, с золотой цепурой, блядь, с портфелем. А, нельзя, 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 чтобы бита была вместе с... рюкзаком одновременно. Поздравляем, вы удачно выполнили задание. Вы заработали еще немного денег и узнали новое развлечение. Приятной игры на California Roleplay. Вознаграждение $130. Так что ж, нажимаем отмена. И давайте совершим прыжок с крыши вот этого туалета. Я не знаю, что это будет. Ух ты, нихера, что у нас тут есть. Мы можем посмотреть туда, блядь, сука. Это для чего сделано? Для груди? Соском смотреть, что ли, туда, блядь? Чем же я должен туда смотреть? Блядь, я не хотел, сука, я хотел с туалета спрыгнуть. Мать его. Да, в принципе, похеру, все равно так тоже офигенно. Так, что ж, опасный Нига летает на парашюте вокруг... Вот это вот я не знаю, зачем сделали. Серьезно. Если бы они изменили интерьер вот этого вот здания как-нибудь. Или перенесли просто парашюты в какое-нибудь другое место. Я знаю, кстати, одно место, куда его можно перенести в пустыню. Там есть такой трамплинчик. Но его, наверное, немногие знают. Там есть такой трамплинчик офигенный. Прям, ну, вообще ништяковый трамплин. Через море. Вот если бы там парашюты сделать, это было бы вообще охеренно. Ну, это, в принципе, было бы далеко, но это никого бы не останавливало. Все б ездили туда, прыгали в воду. Так, все, мы спустились, и у нас пропал парашют, да. Что ж, ну, это все. С вами был Джеймс, сервер California Roleplay. И...
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.